Изюминка программы – американские бизоны. Трюки, которые проделывает с громадными копытными Виктор Тихонов, сын народного артиста России Виталия Тихонова, не имеют аналога в мире. В их числе и номер «Наездник на бизоне». Кстати, именно в Сочи 3 года назад артист впервые попытался оседлать этого гиганта. Но тогда премьера закончилась травмой. Управлять таким животным – это просто что-то нечто. Также зрители станут свидетелями захватывающего боя диких североамериканских быков. Их вес немногим меньше тонны. Но, несмотря на это, быки могут резво скакать по манежу. Помимо бизонов, сочинский зритель увидит еще более 40 животных. Тибетские яки, гималайские медведи, верблюды, тувинские козлики и многие другие мохнатые артисты ждут своего выхода. Як по имени Лада уже хорошенько изучила сочинский манеж, на который 28 января она выедет на мотоцикле. Як имеет голову быка, скелет бизона, шерсть тонкорунного козла, хвост лошади и ко всему же еще хрюкает, как свинья. В Сочи приехала поистине уникальная программа. Помимо диких и домашних животных, на арене цирка выступят клоуны, жонглеры, гимнасты, а также сочинцы увидят легендарный номер. Когда-то его исполняли всемирно известные канатоходцы волжанские. Сейчас эта честь доверена их преемникам. Трюки, исполненные под куполом цирка, зрители будут смотреть, затаив дыхание. Ведь канатоходцы не пользуются страхующей сеткой, и малейшая оплошность может стоить артистам жизни. В общем, новая программа подарит гостям цирка массу незабываемых впечатлений. Ждем всех в сочинском цирке. Приходите, будет интересно. Премьера шоу-программы состоится уже 28 января в 16:00. Грануш Манукян, Даржи Чайдопов, «Вечерний Сочи».